Друзья, данный видеоролик снимался несколько дней, но для вас все это объединено в одну серию. Надеюсь, вам оно понравится и вы не заметите многих ошибок, которые были допущены в данном видеоролике. Тут будет очень много всего интересного, посему, видео такое длинное. Надеюсь, вам понравится, конечно же, данный видеоролик, и вы не зря потратите свое время при просмотре его. Ну, а мне остается лишь пожелать вам приятного просмотра, и что ж, поехали, что ли? Ну чё, пацаны, я пошел тогда, да? Всё, удачи вам. А нам пора с вами, друзья, в лес. Проходи, нам пора в лес, это очень-очень хорошо, наверное. Ах, лес опасно, на самом деле, место, не очень хотелось бы туда идти. И почему все так странно выглядит? Почему все как-то по-идиотски? Секунду. Ну вот так вот вроде как более-менее привычно. Как-то более-менее прикольно. В общем, ладно, погнали. Погнали мы с вами. Куда мы... А, в лес точно. В лес! Бежим в лес. Нам надо в лес. И, господи Иисусе, какие же понижения FPS. Лагает, лагает. Ладно. Так. Как мне в лес пройти? Я изменяюсь. Ладно, пойдемте тут. Мне не страшно то, что ты меня не хочешь пропускать. Свинтус. Я и тут проберусь спокойно и благополучно. Вот так вот возьму. Там еще какой-то... Да, прыгай уже. Тут еще какой-то вот этот лежит. Ящик. Возможно... Оу. Оу. Там лежала армейская аптечка. А тут что у нас есть? Тут у нас... Тут у нас ничего. Ладно, выбираемся. Мне это не особо нравится. Так. Я тут пробраться не смогу. Я тут пробраться не смогу. Значит, меня надули все-таки. Надули меня. Ладно, надо прыгнуть. Оу, ладно. Фиг с вами. Фиг с вами. Ты черт, блин. Сидишь там. Нет, чтобы пропустить человека. Нет, надо было. Опачки. Надо там сидеть, блин, как чмошнику. Никого не пропускать. Вообще зараза полная. Ладно. Я пока пойду. Куплю у бармена патрончиков. Еще. И, наверное, потом мы с вами встретимся. Ребята. Я ни на что не намекаю, но я тут какого-то Бориса Шашлыкова нашел. Кто это мне кто-нибудь может объяснить? Что это такое? Какого фига ты в такой одежде? Привет, мужики, Борис. Ты чего в помойке сидишь, Борис? Да я все пытаюсь найти сборку одной старой игры. Ей почти 10 лет разработчики, как я слышал, пропали. Игры, да, и как есть успехи, не сказал бы. Один из них Манутзар. Выкинул диск из окна офиса с 4-го этажа, вряд ли он рабочий. А этот диск оказался в зоне. Один львовский мэр решил вывести сюда мусор со всей Украины. Ты должна быть слышала, а я все еще хочу найти ту сборку последнюю. Пока, как я уже сказал, безуспешно. Если увидишь еще мусорные баки, скажи мне, ладно? Ладно, но шел бы ты подальше от этой помойки. Боюсь, твоя пятая точка этого не переживет. Ладно, все будет хорошо, парень, просто не забывай о том, что мне нужно. Бывай. Что это такое вообще? Слышь, ты, Борис, какого ты, что ты за бомж вообще? Что там, нет ничего в помойках, а? Давай я с тобой тут посижу. Борис. Все нормально. Вот, смотрите, с отбойником стоит. Неплохо так. А я хочу поспать. Я хочу поспать, сейчас 21:00. Давайте 8 часов опять-таки поспим. Чтобы более-менее светло стало. Потому что... На ночь глядя, не стоит идти. Туда, куда не надо. Это так. Опять он храпит. Опять он храпит. Ладно. Меня не устраивает то, что он может спать только 8 часов. Не 10, не больше. Хотя поспать было бы неплохо побольше. Ну вот и день. на ночь глядя лучше не ходить никуда. А днем можно и сбегать. В принципе, да. Сколько у меня этого воды-то? Так, ладно. Нажрись уже. Ага, ладно. Дико хочется пить.
Сейчас попьешь, ты уже пьешь, вернее. Так, все-таки очень дюже сильно темно, друзья. Надо это наладить. Секундочку. Ну вот, вот. Как в принципе и обычно у нас было. Я просто там какая-то фигня была, там как-то слишком дюже светло было ночью. Я там пытался что-то исправить. Ну, как вы видите, безуспешно немножко. Я не знаю, куда идти, как отсюда выбираться вообще. Скажите мне, кто-нибудь объясните. Мне кажется, что тут. Нам надо с вами выбираться. Уже, ну как же еще? Так, ладно. Сагеры пускай там сидят, отдыхают. Мне надо нафиг валить отсюда. Хотя эта фигня в другой стране. Как до нее добраться, вообще не понимаю. Мужик, ты мне не расскажешь, как до нее добраться? Не, ну это арена. Через арену, как известно, мы пройти вам, с вами не можем. А я сейчас даю просто жесткого кругаля. Короче говоря, друзья, я нашел путь. Нам вот сейчас надо бежать прямо. Но я нашел тут скопление дохлых мутантов и одного дохлого сталкера. И надо их обутать, естественно. Но они уже обутаны, и все это ужасно плохо. Так, это ладно, это надо... Так, да. Так, этот обутанный. Вот, тут есть копытце. Тут есть копытце. Я перегружен. Какого фигана? Я какого-то фигана не выложил нифига. Вот эти вот. Ладно. Ничего страшного. Сейчас что-нибудь выкинем. Выкинем вот это. Все равно перегруз. Выкинем вот это. Все равно перегруз. Выкинем вот это. Все равно... Вот так вот. Вот так вот хорошо. Слышишь ты, мужик, дай интервью. 5000 у тебя бабла. А мне надо продать тебе кое-что. Вот это мне надо. Нифига ж ты обнаглевший, черт. Так, ладно, на. На. Ага. Так. Мне нужно найти какой-нибудь тайник. Хотя бы чуть-чуть. Маленький тайничок. Нет тут никакого тайничелы. Ну, тайничок. Хотя бы чуть-чуть тайничка нету. Вот, блин, псы. Нет тайника, вы представляете, не хотят мне тайник давать. Ну, хотя бы маленький тайник. Ну, неужели вам жалко мне тайник предоставить, хотя бы маленький? Ладно. Попробую сейчас найти какой-нибудь тайник. Попробую найти тайник. Фриц! Жесткий фриц. Ладно. Давайте встретимся, когда я уже буду в лесу. Вот он, переход в лес. Вон там вот. Я хочу найти в обязательном порядке какой-нибудь тайник. Так что, ребята... А, вот, я хотел вам вот этого еще показать, сволочь, эту падальскую крысячью морду. Так, тут нет тайника никакого. Вот, смотрите, сидит. Здорово, как тебя там звать? Его звать Укурок. Зеленым сюда нельзя, поворачивай назад. Почему? Нужно записаться. Нет, это арена. Если хочешь разузнать побольше, спрашивай у менеджера. Проходить здесь могут только VIP-клиенты, члены группировок Долг или же посетители во время выступлений, если билет купят. Для собак вроде тебя рядом есть обходной путь. Штаны не потеряй, сталкер. Все, иди в попу тогда. О, там еще какой-то ходит чувак. Ну все, вали, значит, нафиг. Ёшкины матрешки, тут нет никакого тайника вообще, вообще никакого тайника. А в лесу я тайник делать, ну как бы не особо бы хотелось на самом деле. Но походу дело так придется. Ладно. Делаем, значит, в лесу тайник, друзья. Вернее, положим в какой-нибудь тайник. Жалко, тут нет тайник. Не могу свой сделать. Ладно, встречаемся, в общем, друзья, мы с вами в лесу. Мы встретились с вами не в лесу. Мы встретились с вами здесь. Я здесь не знаю даже, что находится. Хочется просто посмотреть, что здесь есть. Так, тут, ну, тут пусто, окей. Надо выключить свет. Давайте посмотрим, есть ли... Ты чё? Отпусти! Так, в ящике ничего нету. В ящике ничего не оказалось, тут тоже ничего не оказалось. А тут оказались бинтики. Бинтики всегда пригодятся, бинтики в хозяйстве всегда пригодятся, да. Так, тут сидит еще зеленый какой-то сталкер, это наверняка наш брательник. Вот, тут сталкер какой-то, смотрите. Люк Кантрел. Эй, чувак. Ты тут, короче, сиди. Ты тут сиди. Ладно. Ну, привет, коль не шутишь.
Ну, то есть ты вообще тут никто и звать тебя никак. Ну, все ясно, окей, до свидос. До свидос. Тут у тебя нет тайника никакого, слушай, можно тайник у тебя тут оставить, братан? Ну, можно оставить тайник, ну, хотя бы маленький какой-нибудь, ну, ты собака. Ладно, ладно, встречаемся, значит, сам. Сейчас я по-быстрому на паузе добегу до тайника в баре, а потом мы с вами уже встретимся именно, ну, в лесу, вот, друзья. Встречаемся в лесу. Ну вот мы. И сразу война. Ну да, так и должно быть, в принципе. Почему бы и нет? Война, война. Постоянно война. Ни одного спокойного дня нету. Так, тут, ну, стратегический пункт для долга. Так, тут что у нас? Тут где-то должен... Тут где-то должен быть тайник. И я слышу кабанов. Именно кабаны нападают. Почему-то всегда на долговцев, не знаю почему. Так, а где тайник? По-моему, тайник там. Меня сейчас жестко реально интересует, где-то находится тайник. Да залезь ты сюда уже, инвалид. Так, ладно. Сюда не запрыгнуть, как я понял, да? Сейчас попробуем еще раз. Не, сюда не запрыгнуть, окей. А тайник тогда где? Ну, если не здесь. То где он? Да фиг, значит, с ним. Или нет? Нет, тайник нужен. Тайники забирать надо. Тайники забирать надо. Очень надо. Так. А каким образом? Короче, долгими блужданиями я наконец понял то, что тайник, по сути, должен находиться где-то тут. Эта дверь заперта. Пробуем исправить это. Так, ладно, это не исправляется. Так. Ну и тут везде пусто. Окей, давайте позакрываем все это. Так, ладно. В общем, тайник. Ты что спишь-то тут? Так. Так, ладно. Тут война идет, а он спит. Молодец какой. Так, что я хотел? А, тайник. Точно, тут автомат лежит. Тут водка. Так, тайник, вот он, тайник. И 86. 4 канистры бензина, 90 патронов для И-86, батарейки. Фу, я обалдеть, не встать. Так, ладно, батарейки сюда положим. Офигеть, не встать. Офигеть, не встать. Обалдеть просто можно. Вы это видите, господи. Так, ладно, тайничела. Я к тебе еще вернусь. Не переживай. Ну-ка, забираем все это. Все эти полезные вещи. Вот это сложим сюда. Арм аптечки нам еще пригодятся. Так. Окей, у нас нет перегруза. У нас нет перегруза. Меня это очень сильно радует. Слышь ты. Не спать, не спи, замерзнешь. Так, у них тут склад. Ну и тут пусто. Тут пусто. Здорово, давай поторгуем. Ну, у тебя ничего полезного для меня нету, давай. У тебя тоже ничего полезного. У кого-нибудь есть патроны, которые, ну, патроны, которые нормальные патроны. По-моему, ни у кого патронов нет. Эй, ты! Есть патроны? Да блин, мне не нужны такие патроны. Мне нужны патроны для калаша. Вы все пойдете. Идите нафиг тогда уж. Это к старой дороге. Там еще тайник какой-то. А где его друг находится, я хочу спросить. Примерно расположение пропавшего сталкера. Шахта. Ага. Ага. Ну окей. Ну окей. Тогда пойдемте. А куда пойдем? Я у каких-то зданий нахожусь, найдите их. Я рядом где-то. Получен сигнал СОС. Где у каких зданий? Раненый сталкер. Значит, надо бежать сюда, потом по дорожке заскочим в шахту. Потом пойдем искать пропавшего товарища тогда уж. А, ну еще по дороге заберем тайничего. Да. Так что встречаемся мы, наверное, у этого, у медицинского запаса. Вот тут, вот. Да. Так, вот мы тут. Мы почти у стратегического запаса медицинского. Так. Ну это какая-то деревенька, мне кажется, там кто-то это место охранять будет. Тут
Тут радиация. Фонит! Твою ж дивизию. Радиация тут, конечно, жесткая. Куда же я забрел? Ой-ой-ой-ой-ой. Ой, я дурачина. Зашел, блин, называется, умник тут. Нашелся. Так. Но я не боюсь опасностей. Я смеюсь им в лицо. Что за нафиг? О, зомби. Здорово. Так, я не буду тратить патроны на всякий случай. Буду стреляться с ружьица. Потому что тут опасные, опасные зомбари, у которых надо собирать ручонки их. Так. Так. Ваншотить надо их, чтобы патроны лишний раз не тратить. Потому что патроны лишними, ой, не бывают. Я считаю. Именно так. Ладно, патрошки. Ой, ручонки мы собрали. Там еще один зомбарь идет. Ну, естественно, ну как же без этого-то? Прости. Так, окей, ладно. Зомбари пускай они ходят, а мы сохранимся и побежим дальше. Смеяться в лицо опасностям. Вот так вот. Ладно, мы их замочили. Пойдемте забирать стратегический запас. Который где? Который вот в этом вот домике находится. Ну окей, мы здесь. Так, а где стратегический запас? Стратегический запас, вот он. Вуф! Тут бизон. Ну. Опять перегруз, отлично. Что ж. Что я могу поделать, друзья? Ну тут слишком клевые вещи лежат. Вот в лес это клевое место само по себе. Вот для посещения всем. Кровосос! Какого ты, падла, здесь делаешь? Отвянь. Ну, залезь куда-нибудь. Мне страшно. Я боюсь. Я попал по нему! Задолбал, блин. Да ты тварь! Иди отсюда. Ну все, сейчас я восстановлюсь. Тебе не поздоровится, утырок. Да ты... Грёбаный кровосос! Ты же задолбал! Еще не хватало мне здесь от кровососа сдохнуть. Наконец-то! Окей, ладно, кровососа больше нет. Фу. Ну, падла и щупалец мне. Что это такое? Да ух! Чё ты такой бессмертный, блин? Я думал, я тебя убил уже. Долбанный, блин, кровосос. Какого фига ты сюда приперся вообще? Псина, блин. Так, ладно, сохранимся. Меня радует то, что он тут еще подраниться успел. Ладно, я думаю, надо побежать туда, чтобы нам, короче, место просто не занимать лишний раз. Положу все, и встретимся мы с вами уже вот тут вот, наверное. Ну, или, по крайней мере, вот рядом вот с этим вот местом мы с вами встретимся. Да. Так что встречаемся вот там, где раненый сталкер. Короче, ребят, я тут еще наткнулся, вот пока бежал до... Я спрятался в пси-укрытии, и когда бежал обратно, я нашел тут очень огромную кучу, на самом деле, народу. Я уже съел два геркулеса, вот, например, вот, геркулес у меня еще один остался, давайте его выпьем. В общем, в людях в этих лежал геркулес, и, блин, пришлось немножечко выложить, на самом деле, канистру с бензином, чтобы донести все эти вещи до пункта назначения, если быть точным, вот до туда вот. Капец! Вы посмотрите, как, в каких хороших состояниях
мне попались оружие. Это просто топово. Вот форт. А, нет, этот форт мне не нужен, кстати. Так, у нас 360 секунд, чтобы успеть все это доставить. Так, ПМ хорошее. Еще я встретил одного кровососа, завалил его. И один кровосос сдохлый валялся изначально. В общем, там бандиты с долговцами, походу, дело воевали, потому что там трупов много было. И тем временем, пока я бежал, прятался, я захотел немножечко покушать. Покушать, на самом деле, друзья мои хорошие, нужно. И важно, и нужно, на самом деле, да? Так, надо попить еще. Да, надо попить. И открываем ящик. Ага. Значит, сюда складываем. Смотрите, вот чисто гроза в топовом состоянии. Я в шоке. В смысле, не понял сейчас. Стоп. Дайте мне грозу обратно. На каких ты работаешь патронах? Понятно, ладно. Фиг с тобой. Так, вот это выложим, 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 выложим. Вот это выложим, вот это выложим. Вот это в говняном состоянии, но все же тоже выложим. Гранатки не нужны, это не нужно. Это не нужно. Так, так, так. Нам очень нужно освободить место, на самом деле, я бы сказал. КПК Женя Тихого. Так, это нам не нужно пока что. Так, гранаты ВОК. Ага, так, бизончика выложим. АКМушку с подствольником тоже выложим. Эти патроны нам вообще нафиг не сдались. А, так, эти патроны нужны, 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 нужно, 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 нужно. Научная аптечка не нужна. Так, армейские аптечки пускай лежат. Водка. Водка. Водка нужна. Колбаса не нужна. Вот это не нужно. Ну, в принципе, все. Ой. Ты это... О, кстати! Шульга! Мне нужна работа, есть что-нибудь? Сейчас заказов нет, прости. Обалдеть, я его почему-то не видел раньше. Кстати, патроны, патроны, патроны. Дай купить. Спасибо, брат. Все. Давайте сохранимся. Ну, теперь, друзья, мы точно с вами встречаемся именно вот... где я говорю вам, мы с вами встретимся? Мы с вами встретимся, наверное, вот тут. Вот где раненый сталкер, мы с вами тут встретимся. В общем, я, ну, снял с паузы только, чтобы показать вам самый интересный момент, где я нашел вот столько оружия. Это просто топово, мы с вами разбогатеем просто. Друзья, будем богатейшими сталкерами в зоне. Так, мне еще не нужны патроны. Все, встречаемся там, где раненый сталкер. Так, друзья, ну вот, я почти и у раненого сталкера. Меня немножко покоцали, на самом деле, но мне пришлось одну аптечку использовать. Бинт, кстати, не пришлось, потому что там, на удивление, не было кровотечения. И тут еще и аномалии есть какие-то. Так, окей, а что это там за помещенница? Мужик, я здесь подыхаю. Так, сейчас я к тебе иду. Сейчас я к тебе иду, братец. Сейчас мы к нему пойдем. Так, чуть. Что тут происходит, эй? Что тут происходит, эй? Что тут происходит, эй? Ты чё тут валяешься, братец? Артур какой-то, ну окей, давайте. Артур Сундук, сталкер скорее, моему другу срочно нужна помощь, он тут на территории комплекса в шахте. Ну чего ждёшь, ему уже там кранты сейчас настанут. Я-то протяну как-нибудь, просто друга нас спаси, скорее. Ладно, не переживай, я быстро. А чё тебе аптечка не нужна? Аптечка не нужна. Ну, окей, давайте сохранимся тогда. И пойдем к его другану. Где он там? Помочь сталкеру растеряхе. Ну, пойдемте. Что ж тут поделаешь-то теперь? Если нужно помочь, то надо помогать, правильно, друзья? Я считаю, что это правильно. Был пси-выброс. Да, был пси-выброс. Я еле, на самом деле, успел спастись. Я не знаю, каким образом, но я успел доковылять до той базы. Вот до той. И, в принципе, там заныкался, но потом на обратном пути как раз видел лежащих там сталкеров. Да. Видел лежащих там сталкеров, и как бы, ну, почему бы не облутать? Грех не облутать. Сейчас, так, подождите, мне откашляться надо, просто на паузу поставлю. Вот. Ну и чё, и чё, ну заныкался вам, решил с паузы как бы снять, вернее не с паузы, ну да, с паузы решил снять, и вам показать то, что там такие вот полюшки лежали хорошие, плюс Геркулеса 2, в одном там сталкере я его принял потом, какого-то фига, блин, ну там дела были, я забыл на паузу поставить,
И один Геркулес просто в минус ушел. Ну, просто так. А потом при вас уже съел второй Геркулес. Да. Плюс 16 килограмм они, по-моему, дают. Так, нам еще тут полутаться, наверное, надо, да, друзья? Если вы знаете, где тут есть тайники какие-нибудь, которые, ну, как бы, ну, мне не обозначены, то обязательно пишите в комментариях, друзья. Если вы знаете об этом, то обязательно пишите. Мне очень нужны полезные вещи. Так. Мне что-то не нравится этот туннель. Мне кажется, сейчас там что-то плохое будет. Не знаю почему. Предчувствие такое. Ну окей, 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 давайте, пойдемте. На свой страх и риск, в конце концов. Страшно. Давайте засунем это сюда. Господи Иисусе. Я нифига. Никакого, ни одного фига на вообще, честно говоря, не вижу. Что, блин, происходит? Окей, погнали. Я не вижу вообще ничего, честно говоря, друзья. От слова совсем. Ну, слышу страшные звуки. Тут где-то лежит тайник, мне показывается. О, курточка. Неплохо так. Там наверху ничего нету. Наверху ничего нету. Так, окей. Тайник вон тут, вот сундук. Сундучок. Ой, еще одна винтовка Мосина. Вы, по-моему, когда-то уже ее находили. По-моему, когда я по подземельям бродил, мы находили. Да, что ж с вами такое? Это демоны, блин. Перелетные. Так, у меня перегруз, чертов. Опа. О, вот это неплохо. Ах, да, нам же надо забирать, я забыл. Там это... Сейчас. Встретиться с Олегом Гусаревым, остаться... Ага, я понял, понял, надо находить, короче, нам с вами еще документы, точно, точно, документы. Нам надо с вами найти документы в этой дурацкой шахте. Да что за звуки-то такие страшные? Отстаньте. Что, блин, происходит? Какого фига она вообще происходит? Да отсвянь. От меня, пожалуйста, прошу. Да что происходит вообще? Какая-то фигня творится. Так, стоп, я еще не поутался. Вот где-то тут сегодня есть. Так, я тут был и меня тут не было. Да, я тут был. Так, твою ж, да, тут закрыто. Твою ж дивизию, просто офигеть. Так, ладно. Да хватит вы уже тут бегать. Чё вы бегаете? Тут нет никого. Ни контролера, тут нет ничего. Ни контролера, ничего. Твою... Что это было? У меня какое-то взаимодействие появилось. Странно. Ну, окей. Как скажете, может быть, баг или меня заглючило как-то немножко. Так, тут коробки. Да твою ж дивизию, йо, я нифига не понимаю вообще. Что происходит-то? Что происходит вообще? Да твою ж дивизию. Что ж с вами не так-то? Тут нет никаких документов в туалете. Да твою ж вашу. Так, там никаких документиков нету. Случайно. А как я сдох? Ну окей, попытка номер два. Просто, друзья, я всегда думал, что они абсолютно безобидны. Думаю, ну чё, и, ну вот ходят они и ходят. И чё теперь с того? А они, оказывается, еще и опасны. Ну тогда я вот теперь буду знать. Надо их, значит, мочить. Нельзя их простить их нельзя. Надо их обязательно мочить. Да где? Где еще могут быть документы? Я, по-моему, все уже обыскал. Или тут не искал? Я тут все искал. Здесь нету нигде. Здесь нигде нету. Здесь нету. Нету. Ёшкины матрешки, уже зеленым горит. Надо выбираться отсюда по-быстрому. Так, дайте выберусь по-быстрому. Сейчас. По-быстрому. Сейчас по-быстрому, друзья. Сейчас выберусь нафиг отсюда. Мне тут плохо уже становится. Вашу же дивизию. Сметы. Да все, 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 я уже ухожу. Да на.
Я уже ухожу, простите, пожалуйста, за то, что я к вам пришел. Я еще, конечно, сейчас вернусь, но ничего, валите нафиг отсюда. Что только что было? Объясните кто-нибудь. Что это за вой девушкин был? Что за кикешка только что происходила? Что за нафиг? Что происходит? Уходите. От меня. Тут еще коробки какие-то есть. А за ними, кстати, говоря, компас. За ними компас, от которого у меня залагало. Уходите вы от меня. Тут больше ничего нету. Тут больше вроде как ничего. Да все уже. Да все отвяньте. Вот вяньте, я сказал. Все дайте вы. Да нет. Все. Ха-ха-ха. Ах вы твари. Вы сюда можете забраться, значит, да? Типа крутые, да? Да нифига ж подобного. Так, стоп. Секундочку. Дайте выбраться! Нет, 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 я уже ухожу. А как отсюда выбраться? Вашу ж дивизию. Да опять! Да как же ж тут выжить-то, я не пойму тогда. Короче, я решил не искать здесь, как бы, документы, потому что на территории шахты, возможно, это и здесь. Но это, конечно, не точно, но все же. Надеюсь, я прав. Получено очко навыков 1. Объясню почему, потому что там контроллер. Опа! Ах ты ж, каким ты спаду это образом сделал. Ну, доставай. Орудие. Опа. Где же он? Смотри, сейчас будет эпическая битва инвалидов. Негров в глубокой пещере темной ночью. Я не понимаю, я понимаю, попадаю или нет. Вот смотрите, вон он там. Вон там. Надо его оттуда выманить. Мне бы сейчас гранатка не помешала. Кстати, я убил двух карликов, трех вернее. И из двух только. Из них было ухо. Здорово. Падла. Корова. Что ты делаешь? Ты не можешь объяснить? Придурок! Ты это задолбал. Хватит, может быть. Может, хватит? Да может, хватит? Как придурок. Ты как придурок себя ведешь, я тебе отвечаю. Ну вот он задолбал, серьезно. Тебя убить? Он долго так может объяснить мне? Да ты задолбал. Да блин, ты серьезно? Падла! Что, блин, делает? Да фиг его поймешь. Да отвянь. Да подохни. Да как? Этот долбанный контролер меня задолбал. Ладно, ладно, как скажете, ладно, как скажете. Так, ладно, у меня есть определенная тактика. У меня есть определенная тактика, если что, взять метовку Мосина. Она же заряжена. Вот давайте сделаем вот так вот сейчас, по-быстро ганчику просто. Вот она нам и пригодится, в принципе, с вами. Как бы это не было странно. Сейчас мы воспользуемся ей. По-быстро... Да как? Как вот он меня подлавливает? Да вы-то что тут забыли, блин, на улице? Придурки. Так, окей, вот здесь можно спрятаться, если что. Отходи ты уже. Так, ладно, тут они меня уже не достанут. Так, у тебя какие тут? У тебя защита.
минус 10, да ёшкины матрешки. Ща мы ему покажем с вами, где раки зимуют. Свет выключи. Или уже включи, ладно. Где он есть-то, блин? Так где он? Вот как он это сделал? Вот как он это сделал? Я вообще уже за стену зашел, если что. То задолбали вы, блин. Да как, блин? Я, по-моему, уже настолько далеко отошел, что вообще. Нет, они каким-то образом успевают, блин, ко мне прийти, да ты задолбал. Ладно. Привет. Я по нему попал? По-моему, да задолбал, ну ты серьезно. Ты самый бесящий, по-моему, контролер из всех, каких я только... Что ты делаешь? Вот что ты делаешь? Я уже рядом с тобой стою, идиот. Я рядом с тобой стою. Алло. Вот что ты вот делаешь, блин? Задолбал. Ну серьезно. Это уже... Блин, да. Задолбал. Серьезно, вот что он такой живучий был? Долбанный падла контролер. Ладно. Ладно, с ним мы справились, ножку его получили. Это что? Или что это? Что это? Это стопа, да. Стопа. Окей, у меня до сих пор полная попа творится, как будто бы я под грибами от свободовцев. Я ничего против свободовцев не имею. Если что, не надо на меня тут сейчас гнать. А то есть люди, которые свободовцев любят. Я ко всем нейтрально отношусь. Просто это я констатирую факт. Ты отойдешь сегодня или нет? От грибов-то. Это была битва негров, как я говорю, в глубокой пещере темной ночью. Битва. Эпическая, по-моему, была. Так, ладно, давайте поищем туда в домиках. Что тут есть у нас? В домиках, может, тут какие-нибудь документы найдутся. Но мне тут что-то тоже не особо нравится. Окей, ладно. Ты куда ты ставишь сюда надо? Вот так, да, вот так. Так вот правильно. Так, тут ничего нету. Тут, оп, документы. Продолжить поиск. Значит, по любасу есть еще какие-то документы. Ладно, тут есть еще в этом здании все документы. Вроде как нету. Так, ну ладно. Так. Так, да, нету. Больше в этом здании все документов-то нету. Ладно. Погнали. Шо, блин, что, блин? Да какого, блин? Обо что я попал? На что я? Ладно. Так, тут какая-то лестница. Надо на нее, наверное, залезть. Если мы на нее залезем, наверняка тут что-то полезное будет. А может быть и нет. По-моему, тут ничего полезного нет. Я тем временем вроде бы, да, я захотел пить. Причем не слабо, немало. Так, ну тут, походу, дела реально ничего больше нету. Я зря нафиг сюда поднялся. Ну да, конечно. Естественно, зря. А спуск-то тут. Рядом. На. Опа. Без единого ранения. Вот это называется паркур мастер. На, друзья. Так, тут мне не нравится этот подъезд. Но тут что-то есть. Какие-то коробочки тут имеются. Так. Окей, отлично. Разбиваем, значит, коробочками с вами. Угу. Угу. Да е-мое, пусто, ну нафига вы меня обнадеживаете, а потом говорите, что тут пусто. Как сюда войти-то, в это, в здание-то, в это? Оно ж вот оно. А, вот. Чё я бродил, блин? Вокруг да около, вот оно здание. Хожу, что-то брожу. Там ничего нету, там ничего нету. Тут ничего нету, тут ничего нету. Погнали искать, погнали искать. Еще документ, это не документ, это не документ. Ладно, окей, окей. Мы с вами нашли два документа. Сколько их должно быть вообще? Меня интересует. Ну, хотя, если учитывать по тому,
что на Агропроме было много документов, то тут должно быть тоже много. Так, тут ничего нету, нет ничего. Тут ничего нету. Тут нет ничего, блин. В ящиках могут находиться документы, в ящиках жрачка была. Ладно, жрачка тоже полезна. Так, тут ничего нету. Ничего нету. Да. Извиняюсь. Я случайно. Да. Извиняюсь. Жестко. Я не успел на паузу поставить. Правда, серьезно. Простите, пожалуйста. Так. Тут нет документов. Опа, прекрасно. Там были только лишь патроны. Опа, тут две канистры. Из-за которых у меня перегруз. Ладно, извините, постойте тут еще чуть-чуть. Я за вами однажды вернусь. Может быть и нет. Но это уже совсем другая история. Тут нет ничего. Как я понял, да? Ладно. Тут ничего нету. Тут вообще ничего нету. Ну ладно. Ну ладно, может быть и есть. Ей. Есть. Нету. Я слишком истощен. Окей. Окей, уже ночь, кстати. Ночка. Нам бы поспать не мешало. Ну да ладно, надо искать. Надо искать. Ладно, в этом здании ничего нету. Пойдем в другое здание. Где другое здание находится? Най-най-най. Так и буду бродить, сейчас какую-нибудь фигню делать. Заняться мне больше нечем, чем ходить тут. Вокруг да около. Ну, там. Там, наверное, может что-нибудь быть. Я уж не знаю. Наверное, может. Тут раньше лесник, блин, жил. Сейчас не живет, походу, дела. А дверь заперта. Блин, твою же дивизию не открывается. Ладно, здесь ничего нету. Обидно, досада, но ладно, а может быть и есть там еще одна. Есть. Господи Иисусе. Тут еще есть. Тут ничего нету, только грязный туалет. Окей, ладно, в туалетах нету. В этом здании. Так будем всех бродить. Я тут был, меня тут, по-моему, не было. Ням-ням-ням. Так, тут есть второй этаж, а я тут был, да? Я не помню, я тут был или нет, тут не было. Да, я тут был. Да, я тут был. Окей, ладно, пойдем тогда отсюда. Может быть, тут есть, я забыл. Вот. Смотрите, тут два ящичка. А я их не был там, между прочим, давайте. Опа. Вот так вот сделаем. По красоте. Давайте спрыгнем. Давайте. Маленький паркур. Блин, ну ладно, паркур немножко не удался, ну да ладно. Окей, куда идем? Куда идем? Куда идем? Куда идем мы с плитачком? Большой-большой секрет. Я опять наткнулся на невидимую аномалию. Задолбал. Во, она меня уже. Ладно, тут мы, конечно, были в этом вот месте, или не было нас тут, и здесь, опа. А тут есть лестница, кстати, мы понимаем, тут или нет. Давайте поднимемся, проверим. Нет, нас тут определенно не было. Тут, смотрите, диванчик есть. Тут можно подрыхнуть, кстати, там еще подъем наверх. Тут есть что-нибудь? Тут есть водочка. Водочка для заводочки. Так, ну-ка, внутри там нет. О, еще один документ, отлично. Так, еще продолжим поиск. Серьезно, ну сколько тут документов-то лежит? Я офигеваю над вами просто. Тут еще запас стратегических жрачки. Давайте его тоже заберем. И тут еще один документ, походу, дела, нет? Нет, это не документ. Так, окей, забрали еще стратегический запас и прыгаем на диван. Отлично, мы спрыгнули, пойдемте дальше искать. Мне все же кажется, что мы что-то с вами опустили вот в том домике. Ща. Мне кажется, мы с вами опустили в том домике что-то, в котором вот вон тот. Вот не надо опять. Вот, мне кажется, в этом домике мы что-то упустили на нижнем этаже. Я не особо-то сильно проверял. Возможно, там что-то есть. На самом деле, на нижнем этаже. Вот нет. Здесь нет нифига точно. А может быть и не в этом домике. Может, я что-то путаю. Да, я что-то путаю. Нет, в этом домике мы с вами все забрали. Я опять хочу отдохнуть, ё-моё. Сколько можно, в конце концов, надо отдыхать? Постоянно надо бежать, надо искать что-нибудь. Что я?
забыл забрать. Сколько еще тут документов-то этих, надо все собрать. Мы же хотим с вами хорошую репутацию иметь у сталкеров, у других. Так, ну это понятно, что тут, да? Надо подумать, надо подумать. Сейчас, секундочку. Надо подумать. Сейчас, наверное, люди скажут, а ты придурок, что ты бегаешь, ты вокруг да около не можешь, что найти ничего полезного, а? Не могу. Не могу найти ничего полезного. Не понимаете, что ли? Ладно, бежим вот сюда. Бежим вот сюда. Здесь ничего. Здесь пусто, здесь ничего тоже. Ничего. И все. И тут тоже ничего нет. Или есть, или нету. Я не могу вообще понять, где я. Так, окей, там ничего. Тут ничего. Ладно, пошел я, короче, искать дальше. Ёшкины матрёшки, нифига не понимаю, где я. Не могу понять. Я вообще офигеваю. Где нету? О, водка, окей. Вообще чудесно. Еще одну нашел, водки нашел, документ еще нашел. Вообще, на самом деле, прекрасно, прекрасно. Окей, тут надо спрыгнуть. Тут, в первый раз у меня паркур не получился, в этот раз тоже не получилось. Ладно, фиг с тобой. Фиг с тобой паркур. Ладно, пойдем дальше искать, я не знаю. Ты задал... Что это за аномалия-то невидимая? Я не пойму, что здесь такое? Это что ли висит фигня? Надо сохраниться. Ладно, погнали дальше искать. Как оказалось, я еще и слепой. И эти документы лежали вот тут. Отнести найденные документы Петренко. Все, теперь мы точно все с вами сделали. Все документы мы с вами все собрали. Это меня радует, но у нас еще есть с вами задание, которое нам надо выполнить. Это примерно расположение пропавшего сталкера. Вот такие. Вот, друзья, дела. Говорят, он ничего не помнит, не знаю, как просто... Грач Фима. Или Фема. Написал, типа, ходят слухи, что сталкер, короче, у торгаша трется постоянно. Нашли вот такого вот сикова. В грузовике смерти. Может, ограбим его, а? Не знает, как с оружием обращаться. Этот слух уже потерян. Я с оружием уже знаю, как обращаться, и очень даже неплохо. Подумаешь, меня там несколько раз именно из-за этого дебильного, блин, этого. Как вам? Из-за психической атаки. Подумаешь, я несколько раз сдох. Ничего страшного. Ничего страшного. Подумаешь, блин, тут искал долго, полчаса, блин. Расположение. Сколько документов? Раз, два, три, четыре, пять. 5 документов. Окей. Ладно, встречаемся мы с вами, друзья, вот где-то примерно вот здесь вот, чтобы вам, ну, не видеть, как я бегу. Бегу и бегу, в общем, да. Встречаемся вот здесь вот. Так, ладно. Очень жуткий лес. Вот мы и здесь. Я считаю, надо поспать перед тем, как... идти в это место. Сейчас 22. Ну, давайте опять 8 часов поспим. Вот так вот. Сейчас нам сон снится будет по любасу. Там, где кровосос. Это прям по любасу. Камера на меня смотрит. Просто проверим. Кстати, не снится сон. Подозрительно. По сути, если я сплю где-то в странном месте, то мне должен сниться сон. Не знаю почему. Вот так вот. Мне кажется, камера не на меня смотрит, честно говоря. Вот я проснулся, я родился. Давай пожрать вот эту фигню. Что, где? Ты что тут делаешь? Говноед. Дико хочется пить, да? Сейчас попьешь ты. Ох, умираю от жажды. Дико хочется, да подожди ты. Не торопись. Мне надо очки навыков. Торговлю, возможно, прокачать. Давайте торговлю прокачаем. Все уже прокачано, кроме торговли. Торговля пригодится. По крайней мере, сейчас точно. И вон еще зомбарь. Кстати, уже зомбарь не обычные, а с эти, с оружием. Угу. Они очень тоже опасные. Они хотя бы стрелять умеют.
А это более опасно, чем когда они просто ходят. Ну так вот. Так, ладно. Он еще до сих пор хочет пить. Че вообще что ли делает? Вот все, больше не хочет. Так, теперь надо повесить нам патроны. Все по-разному. И идти в атаку, короче. Тут зомбари. Это уже понятно. Всем и ясно. Надо взять вот это. Вот так вот сделать. Вот так вот прицелиться. И вот. На, нафиг. Что, простите, происходит? Что с деревом? Дуб качается на ветру. Так, ладно. Обратно ставим. Вашу же дивизию. Где все? Зомбари. Я слышал взрыв. Типа от гранаты, может быть, не знаю. Может, не от гранаты. Так. Отлично. Ну, не отлично, конечно. Ну, лучше, чем было. Так, ага. Ладно, мы здесь. 6 как минимум зомбарей. Давайте разрушим тут эти ящики. И отправимся. Куда? Привет! Если бы он так не заорал, я бы даже не понял, что ему от меня надо. Плохое состояние. Плохое. Тут нет ничего, нет ничего. Ладно. Ладно, наверху ничего нету. Надо глянуть. Так, наверху есть ящик, в котором что-нибудь обязательно должно быть. Нет ничего. Ну и пошли вы в пень тогда. Так. А, привет. Нифига ж ты, демон, палишь. А чё ты... Что ты так принимаешь? Аптечку странно. Даже эффектов никаких нету. И пьешь ты так же. Подозрительно, ну ладно. Там кабан бегает. Там еще один кабан бегает. Так, окей, надо на крышу выбраться. Посмотреть, что тут. Есть ничего, нет. Я слышу крик женщины. И в тот же время, в тот же миг понимаю, какая женщина в зоне. Хотя сталкер кого в Чернобыле от стасона. Есть девушка. Хип зовут. Да где? Я не понимаю. Зомбаки вроде и есть, а вроде и нет. Где они вообще, я не могу понять. Так, трое. Четверо как минимум. Окей. Четко. Только вот кабан бегает. Сейчас полюбаса сюда прискочит. Что, блин, происходит страшное. Так, тут, по-моему, я кровососа когда-то убивал. Или мне кажется. Может, это просто все похожие деревни. Блин. Блин. Привет. Ура! Я же сказал, сейчас прискочит, смотрите. Он еще и не один. Давайте их уже тогда заодно замочим. Долбаные кабаны. Чё вам-то здесь надо? Без вас как будто бы проблем не хватает. Так, окей, ладно. Они меня тут не достанут, я на заборе. Сомнительный, но все же безопасности. Он убегает. Смотрите, смотрите. Вот он ждет, пока я слежу своего безопасного местечка. Смотрите. Не понимаю, что он там делает. Что вообще происходит? Ты резко! Так, залезем опять на забор. Я на заборе.
там дохлая плоть уже орёт до сих пор. Странные вещи, однако, творятся в этой зоне. Так, отлично, минус кабанная. И минус патронов, в принципе, тоже. Чудесно, вообще патронов почти не осталось. И чуть ли не перегруз. Перегруз, все. ТРС в говнистом состоянии полностью. У этого еще есть. Кого мочить-то ты собрался, человек? Вернее, нет, ты уже не человек, ты уже зомбарь. Но это никого уже не волнует. Отлично, все. Всех минуснули. Я слышу странные радиопереговоры. Это, конечно, прикольно, но все же в тот же миг странно. Окей, ладно. Так, этих я уже грохал. Че, я с фонарем днем бегаю. И вон там примерное расположение сталкера. Надеюсь, он еще не мертвый. Не, он не мертвый. Он очень-очень странный человек, и с ним будет очень много проблем. Не пойму, ты разряжаешь, что ли, сам по себе, или что ты делаешь? Так, ладно, зомбаки нам больше не повредят, потому что зомбаков мы всех с вами, да, ел, парец, это... Грохнули. Что я делаю, ё-моё? Где тут выход? Ладно. Дождь, что ли, пошел? О, вижу, вижу зелененькую точечку. Это не дождь пошел, это я в радиацию зашел. Я же умный человек. Да ну нафиг эту фигню. Выходи из радиации, что ты тут ходишь-то, блин? Да ёшкин кот. Неужели ты соизволил выбраться оттуда? Ладно, тогда сделаем вот так вот. Что он там делает? Где вход вообще? Ты долбаный ты есть шаг. Так вот. Посмотри, сидит. Сейчас давайте посмотрим. Он сам с собой разговаривает. Это уже полностью обезумевший человек, что сам с собой. Паша Тушенко, привет, мужик. Ты чего это дурак в радиации сидишь? Пошли скорее отсюда, меня твой друг найти тебя отправил. Блин, а я-то думаю, что так фигово стало. Ладно, пойдем отсюда. Я знаю безопасное место. Ты беги, а мне ноги размять надо, болят. Пошли, потом поговорим. Это самый дебильный квест, который я когда-либо только выполнял. Который я когда-либо вообще выполнял. Самый дебильный, я вам прям отвечаю. Этот придурок сейчас будет мне просто бесить. Серьезно, так что меня будет сейчас жестко бомбить. Вот посмотрите, вот что он делает. Вот он бежит, бежит. Я не могу его догнать. У меня потому что перегруз. Причем не слабый. А вот он, смотрите, бежит. Смотрите, 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 смотрите. Пашка Тушенка. Куда бежишь? В Арбат Престиж? Меня с собой поведешь? Ну, спасибо. Пойдем. Ты дебил. Ты понимаешь? Ты понимаешь, что ты дебиль? Ну и куда ты бежишь, придурок? Куда ты бежишь? Ладно, фиг с тобой. Вообще не понимаю, что ты делаешь. Понимаешь, ты странный человек, странный. Дай мне отдохнуть. Ну, беги, беги, пускай там тебя сожрут мутанты. Меня это вообще уже не волнует. Ладно, давайте сохранимся. Придурку уже помочь надо. Он же один-то не доберется. Нам надо, знаете, куда? Нам вот сюда надо. Там, где мой тайник еще. Вот его туда отвезти надо. Я слышу странные радиопереговоры. Веди меня, Пашка. Паха, веди меня. Как удобно, кстати. Вот этот новый способ передвижения, ребята. Ах ты ж падла. Он меня скидывает, сволочь. Ладно, фиг с тобой. В общем, вот... Вот так вот, вот нудно, нудно, скучно, он просто будет бежать все время. Почти. Не, мы сначала добежим вот до сюда, потом здесь вот он переоденется, вроде как нормально будет, и мы добежим вот до сюда.
Ну а до сюда нам еще бежать и бежать, как вы понимаете. Там где-то сейчас еще надо будет этих плотей от плотей его защищать. Чтобы он пробежать мог. Он же так не может. Я, по-моему, их уже вижу и... Нет, это просто от дерева. Это просто от дерева. Капец, короче, друзья. У меня есть компас. Радиозащита маленькая, химзащита маленькая, зато заживление ран, разрывоустойчивость. У меня винтовочка Мосина есть. Она же мне перегрузы делает. Кольчужная куртка. И что ты встал? Ну чего встал? Я без оружия, а там стадо плотей. Убьешь их и пойдем дальше. Ладно, я сейчас жди тут. Вот это вот дебильнейший квест. Я говорю, самый наидебильнейший квест, который я когда-либо только мог себе представить. Ладно, пойдемте убивать плотей. Он же без оружия. Ну, он их там четверо, смотрите. Смотрите, бегите ко мне, дед мой. То они сейчас вот так вот и будут делать. Ой, что-то мне кажется, я свои силы пере... Мне кажется, тебя... Смотрите, еще одна... Уф, это было красиво, кстати. Глаз. Глаз. Твои глаза. Так, ладно. Тут уж ничего не поделаешь, автомата реально не осталось. Патронов. Впервые такое, что у меня... Патрон... Да куда ты, блин, уже бежишь-то? А, мы ж плотей всех с вами грохнули. Окей, надо сохраниться. В прошлый раз, когда я без записи проходил, у меня все это было нудно, долго и вообще скучно. Там одна плоть убегала от меня постоянно, и мне приходилось за ней постоянно бегать. Ладно, давайте перезарядим. Вот хорошо, что мне нашло... у меня вот так вот, вот нашлась тут... Такая вот винтовочка Мосина, правда ли? Не правда ли? Как повезло, слышь ты. Сейчас, по-моему, два раза нам придется всех защищать. Потом он наконец-то найдет оружие. А там что-то есть, кстати. Я что-то вижу отсюда. Там аномалия. Там! Там есть ночная звезда, я уже отсюда вижу. Там есть ночная звезда, сталкер, подожди меня. Мне туда это, по-быстрому сгонять надо. Там ночная звезда, ребята. Я вижу ее. Вы тоже, я думаю, ее видите. Вон она, смотрите, вон. Вон она, вон она, вон ночная звезда. Так, все, окей. Мне вот это не надо, мне надо вот это только. Мне за ночной звездой надо, чувак, сгонять. Подожди чуть-чуть. Там же ночная звезда, нельзя артефакты просто так нафиг упускать из рук своих. Артефакт это очень редкая и полезная, между прочим, вещь. Еще главное такой, не дешевый на самом деле. Вот так вот, вот, начиная... А, ёжик! А почему он ёжиком называется? Раньше именно в сталкере... Нифига ж. В сталкере Зов Припяти он назывался Ночная Звезда. Кто олд тоже, ну, напишите в комментариях, правильно ли... Ну, правильно ли я думаю, может быть, я что-то немножко ну, чеканусь, и, по-моему, она называлась не ёжик. Ёжиком называлась другая немножко фигня. По-моему, это реально было Ночной Звездой. Компас он остался компасом, ночная звезда, что-то, ну, медуза она осталась медузой, а ночная звезда или это реально был ежиком всегда. Сейчас бар место не из простых, а, ну, опять, короче, нужно. Да. Я это читал уже, тут рандомные эти сообщения просто. Так, окей, ладно, сохранимся. 52,3 из 53,5. А, мы вот в этой вот деревне зачищали, точно. Вот в этой деревне. Ну, все тут теперь безопасно, в принципе, для этого вот чувака. Для Пашки тушенки. Он все равно, блин, падла бежит, смотрите. Он не хочет меня ждать вообще. 4 глаза, 2 уха карлика, 1 стопа контролера, 2 копыта кабана. Вот мы с вами заработаем. И там еще оружие полным-полно лежит у нас. Нички. Это тоже неплохо. Чувак. Ты крутой. Ты квутой, квутой. Ты квутой, знаешь, какой ты квутой? Никакой ты не квутой. Вообще, понимаешь? Я думаю, что у нее дичь, извиняюсь за всякую фигню.
Человек. Подожди. Привет, мужик. Ну что? Мы пришли, у меня тут схрон со снаряжением. Давай расскажу тебе, что произошло. Я на работу нанялся зачистить зомби в деревне с еще одним парнем. Когда мы уже подходили, напарник ствол к спине моей приставил и заставил все отдать. Даже куртку урод забрал. А я зомби терпеть не могу. Вот в тот дом и залез, спрятался. Зона тебе не прогулка в парке, опасность на каждом шагу. А главная опасность — это человек. Думаешь, не знаю, просто бывают такие люди, сразу в доверие входят, и не поймешь, что крыса. Ну ладно, не будем об этом. Я сейчас в свой схрон смотаюсь, хватит по зоне без оружия ходить. Но ты не подглядывай. Постой лучше тут. Если попробуешь посмотреть, я в схрон не полезу. Буду ждать, пока отойдешь. Воды я жду, давай скорее. Сейчас вам покажу его схрон. Надо же его сопроводить до туда, то мало ли что. Короче, смотрите, схрон его, вот он. Вот он. Вот его схрон. Вот так вот он сюда сейчас зайдет. Вот. Тут потрошки лежат для дробаша. Жекан. И вот он, смотрите, сейчас что сделает. Смотрите. Он бесит, смотрите, перебежал. Он нам сразу дал понять, типа, то, что я не буду ничего делать, если ты будешь подглядывать. Вот, смотрите. Смотрит, смотрите, сейчас что будет. Хопа, вышел я. Сейчас. Вышел, отошел, вот так, смотрите. Блин. Ладно, вышел, отошел подальше. Смотрите. Все. Вот так вот быстро все произошло. И вот он уже. Смотрите, одет какой мужик, смотрите, стоит. Пашка, ты ушонка. Привет, мужик. Ну что, переоделся? Куда теперь пойдем? Да, так гораздо лучше. Пошли на заставу долго. Они парни надежные, там безопасно. Пошли. Окей. Кровосос. По непонятным причинам. Я слышу кровосос. Чувак, ты главное не уходи никуда. Сейчас мы отсюда его выпарим нафиг. Ты мне поможешь? Что ты делаешь? Что этот придурок делает? Ладно. Я пошел убивать кровосос. Он где-то совсем рядом. Вроде бы здесь, а вроде нет. Что ты толкаешься? Тебя сейчас убьют. Ну выходи, чё. Меня выталкивают, а сам смотрите, что делает. Что с ним? Ты под наркотой, чувак? Может, ты помимо одежды еще что-то брал? Самое опасное, что я его не вижу. Видишь кровососа? Нет. А он есть. Ладно, теперь каждый сам за себя. Ты сам так захотел. Прости, это не моя была идея. Здесь он меня достанет. Долбанный кровосос. Ладно. Заберемся вот так вот сюда. Сюда. Будем его выцеливать. Этот придурок пусть там мандражирует или что он там делает. В нирвану уходит. Где кровосос-то? Он вроде и рядом, вроде и нет. Я говорю, вроде бы есть, а вроде и нет. Чувак, ты долго тут ходить будешь? Ты ведешь себя как придурок. Ты в текстуре застрял. Чем же тебе помочь? Я даже не знаю, это выкидывать не стану. Походу помочь ему я смогу, только убив кровососа. А он вот, он бегает. Сейчас я его не вижу. Но слышу. Блин!
все. Неужели? Чувак, хватит мандра... А где он? Слышь, я тут, значит, кровососа убиваю, ты от меня убегать свободно собрался, да? Ну, спасибо тебе, Пашка Тушенка. Вот ты вообще самый топовый сталкер. Я тебе об этом никто еще не говорил? Крыса, блин. Сам такой же. Я, значит, кровососом расправляюсь, а я пока побегу куда-нибудь отдохнуть. Где ты, придурок? Тебя сейчас убьют без меня. Это никто, ты понимаешь? Да, вот они дохлые, до сих пор зомбаки валяются. Вдруг я замочил. Да где ты, тушеночник? Отдыхай. Фигней занимаемся. А он пока непонятно где. Сейчас мы его догоним и скажем ему: слышь, ты чмо. Ты че нас кидаешь? Да, кидок, что ли, а? Кидок, а? Причем эта падла останавливаться вообще не намерена. Вон, смотрите. Они стоит, смотрите. Впервые вижу, как он меня ждет. Ладно, Пашка Тушенка, подожди, я сейчас немножко подотдохну. Серьезно. Сейчас надо сохраниться опять. Я сохраню сейчас, по-моему, сейчас нет. Стоять! Смотрите, он сам отдохнул чуть-чуть и побежал. Таямба. Ну, я хотя бы его догнал чуть-чуть. Ты что делаешь? Что ты бежишь, как идиот? Что с тобой? Он бежит, как придурок. Ну, честно. Да что с тобой, чувак? А, кстати, мы все выполнили здесь, в лесу? По-моему, мы здесь все в лесу. Да, и ешкины матрешки. По-моему, мы действительно тут все выполнили. Да, ты... Скрути ты эту дебильную карту. Так, мы не забрали тут только один тайник. Ну ладно, тайник, за ним всегда можно вернуться, в принципе, правильно, друзья? А я уже хочу в бар, честно говоря, отдохнуть. Маленько. Слышь, чувак, ты ждать меня не намерен, не? У меня сейчас уже энергия кончится. Ребят, он меня не хочет ждать. Все. Подожди ты, крыса. Окей, сократим тут дорожку. Пусть он бежит по длинной дорожке, а я побегу по короткой. Вот так вот. Опа. О, какой моднявый-то чувак я. Ох ты ж, прям, вообще вах, прям. Капец. Какой я модный. А, тут еще, да, Трупенский. Я блутал потом. Я бежал, короче. Вот тут вот Трупенский, я блутал. В нем я нашел почти целую грозу. Вон он там лежит, долговец. Дохуй. Потом, когда возвращался вон той вот поляной, убил там кровососа, нашел одного дохла, и вот трупенские долговцев, вот валяйся тут. Да ёшкины матрёшки, ты тушенка, Паша. Ты тушеный, как кренделёк, понимаешь, да? Уходи. Так, подождите, мне надо вообще-то на самом деле за ним подуспевать, потому что, ну, как бы, да. Блин, офигеть, впервые нет патронов, серьезно, впервые нет патронов для автомата, а автомат это мое почти. Что, где? Я сказал, ты сдохнешь, придурок, без меня. Да беги! Твою ж дивизию, почти дошли! Почти дошли! Капец! Ладно, попытка номер два. Ну, вроде все. Так, давайте посмотрим, что в нем. Батарейка! Еще один артефакт, топово просто. Так, ладно, это говно. Говно. О, прекрасно. Но перегруз. Конечно, перегруз. Ладно, вот это выкинем. Фиг с ним. Так, кабанчики. Кабанчики, здравствуйте, здравствуйте. Капец, я патронов, конечно, израсходовал чуть-чуть. Ну да ладно. Ну да ладно. Ты живой там? Нет. Его покоцали чуть-чуть. Этот нам помог. Вот почему тебя в первый раз не было? Почему тебя в первый раз не было? Вот почему? Уходит он, блин. Чуть не убили, правда. Ничего страшного. Чувак! Тебе его куда деть? Да что с тобой?
Что с ним, блин? Не могу понять. Ну, ёшкины матарёшки. Ладно, перезагрузим тогда уж. Что ж поделаешь? Он отошел. Ребята, он отошел от своего идиотизма и идет совершенно в обратную сторону. А, ну все, он пошел в нужную сторону. Хорошо, молодец. Красавчик. Неужели мы доберемся сегодня до пункта назначения, чувак? Я очень счастлив. Я свет включил. Странно ты идешь, кстати. Слушай, Пашка Тушенка. Павел имя красивое, но ты очень странный на самом деле, если честно. Подаришь мне свой дробаш, слушай, он у тебя прикольный. Ты, конечно, на топово выносишь этих кабанов. Но без меня и того чувака ты бы сдох, поверь мне. Поверь мне. Я все-таки двух кабанчиков замочить смог. Это уже неплохо. Неужели это свершилось, друзья? Мы это сделали. Мы сделали это, мы до сюда. Наконец-то смогли добраться. А, так, привет, мужик. Ну что скажешь? А, все, тут останусь. Не могу больше. Надо отдохнуть. Как восстановлюсь, пойду в бар. И да, спасибо тебе огромное. Вот держи, больше у меня ничего нет. На черный день оставлял в схроне. Он достаточно редкий, так что береги его. Я пытаюсь связаться с братухой, но если увидишь его, передай, что я в порядке. Я выйду с тобой на связь. Когда узнаю что-нибудь о том парне, что бросил меня, но если не узнаю, не буду тебя тревожить. Он дает нам артефакт поганка, реально очень топовый. Артефакт, сейчас я вам его покажу, вот поганка. Радиация плюс 4, зато разрыва устойчивость плюс 26. Очень дорого стоит, но нам в принципе не пригодится. Это только при борьбе против мутантов, конечно же. Но мы с вами не совсем охотники, хотя я могу буду устроить новый, как бы, в Остальфе могу буду, друзья мои хорошие, устроить, ну, когда пройду всю, весь сюжет, как бы. Ну, я... устрою, наверное. Если вы, конечно, захотите, вот пишите в комментариях, типа, устроить ли мне. Напишите просто да или нет. Смотрите, вот на вопрос. Устроить ли мне сериал «Жизнь охотника»? В какой-то части по сталкеру. Ну, в каком-то моде по сталкеру. Устроить ли «Жизнь охотника»? Вот такой вот вам вопрос на сосыпку. Так, ладно. Все. Наконец-то что? Наконец-то... меченый. Наконец-то мы можем с вами отправляться к полковнику Петренко. Давайте с вами к нему отправимся уже в следующей серии. Ну и на этом, наверное, можно заканчивать. Наконец-таки можно заканчивать. Проблемная немножечко серия получилась, но для вас это, ну, не имеет никакого значения. В общем, не суть. В общем, надеюсь, вам понравилась эта серия. Я очень много над ней старался, очень сильно над ней старался. В общем, друзья, спасибо всем за просмотр. Счастья, здоровья и всего самого наилучшего. Всем спасибо, всем адьос.